Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Duda Play, и мы продолжаем играть в игру «Храбрые коротышки». Так, ну что ж, мы остановились на 10 уровне. Так, сейчас мы посмотрим. Так, замораживаем сразу вот этого чердобрека. Так, хорошо, и проходим по чуть-чуть, потихонечку. Так, нет, мы не смогли пройти. Давайте еще раз попробуем. Так, давайте прокачаем кого-нибудь. Так, давайте прокачаем лучников. Так, у нас осталось 1300. Так, больше пока никого не можем прокачать. Ну что ж, поехали. Так. Так, а ну так, сейчас мы быстренько замораживатель включим этого. Давай хотя бы один сундучок сейчас откроем. У нас пока 1350. О, денежек немножко подняли. 1750 стало. Но это все равно, конечно, маловато. Так, давай попробуем пройти. Нет, не получилось. Так, пока апгрейд тоже не можем сделать. Так, давай, значит, поставим этого сюда. Вот так попробуем. Угу. Так, замораживаем сразу вот этого. Так, хорошо, и попробуем сейчас пройти. Так, это значит, мы повыше надо будет его поставить. Да, не можем. Так, ну смотри. Нам хотя бы, нам нужно два сундука открывать. Нет, не получилось. Ну, ничего страшного, мы сейчас немножко изменим. Так, а что мы изменим? Мы поставим, мы его сюда поставим, вот этого. А этого сюда. Попробуем сейчас так сделать. Так, а лучника, я думаю, сюда поставим. Так, а ну-ка, мы можем сделать улучшение, сейчас посмотрим. Так, кого? Так, только вот этого, да, за 2000. Ну, давай его. Так, 4 уровня он у нас сейчас стал. Так, ну, поехали. Так, посмотрим. Так, сразу замораживаем. Мы сейчас этого заморозим, нижнего. Так. Есть. Так, один чемоданчик мы открыли, но это очень мало. Так. Нет, не успеем. А ну-ка, замораживать, отключайся. Так. Нет, не успели. Хорошо, немножко сейчас переделаем. Переделаем сейчас. Так, я думаю... Угу. Так, лучника давай сюда поставим. Так, стрелки у нас, в принципе, хорошо здесь стоят. Вот так сейчас сделаем. А стрелка сюда поставим. Вот так попробуем. Попробуем, посмотрим, что получится. Так, сейчас сразу замораживаем. Вот этого сейчас заморозим, чувака. Так. Давайте, стреляйте быстрее. Так. У нас вот это, видишь, у нас этого волшебника убили. Мы его повыше сейчас поставим. Угу. Ну давай. Оп. Нет, все, не получилось у нас, к сожалению. Так, ну давай здесь, получается, вот так сделаем. Итак. Может быть мы пройдем вот здесь в таком варианте. Видишь, у нас два стрелка здесь находятся. Нам главное нижнего потом еще убить. Так, ну что ж, поехали. Так, сразу этого замораживаем, гада. Так. Видишь, наш нижний, он убивает. Вот этот чувак, он этих убивает. Надо его бы заморозить. А, кстати, смотри, вот так, хорошо, мы его заморозили. Ну все, отлично. Возможно, мы пройдем. А может быть, нет. Так, на вот этого убить. Давай. Вот этого, давай. Нет, не успели. Давай, стреляй в него. Есть. Нет, эта дубинка нас прикончил. Угу. Так, по-другому немножечко сейчас мы сделаем. Вот так. Давай этого сюда поставим пока. Так, стрелка нам нужно вот сюда поставить. Да. А этого колдуна сюда. Они нам вообще не нужны, мы их туда наверх сейчас поставим. Вот так, попробуем так пройти. Так, стрелка можно сюда поставить. Так, ну что ж, поехали. Сейчас посмотрим, как так. Сейчас заморозим сразу вот этого чувака. Все, заморозили.
Так, ну, в принципе, мы его убили быстро. В принципе, можно его... Можно замораживать лучше вот этого снизу, который чувак. Так. Сейчас у нас пройдет. И мы замораживатель включаем. Этого нижнего сразу. Так. Не, нифига, смотри. Не получилось. Так, значит, сейчас подумаем, как нам лучше сделать по-другому. Так. Смотри, стрелки, они сразу вот этого убивают. Как бы можно и не трогать. Так, вот этого вот мне жалко здесь. Давай мы его сюда поставим. Вот так вот попробуем. Угу. Сейчас посмотрим, сразу замораживаем вот этого внизу. Вот этого сейчас быстро-то мы убьем. Есть, убили. Все, а этот у нас заморозочки еще остался. Так. Ну, тяжело, тяжело, конечно. Так, все, заморозили. Ну, тяжеловато, конечно, убивать. Вот этот нижний, видишь, выкашивает их. Не, все. Конечно, они очень сильные. Так. Давай по-другому сделаем. Так, ну, в принципе, здесь стрелки, они как бы и нужны. Так, сюда стрелка поставим, но он особо-то ничего толку-то не дает никакого. Так, вот здесь вот этого поставим. Давай вот этого пониже. А, вот здесь, например, да? Ну, давай так попробуем. Угу. Так, сейчас сразу заморозим вот этого внизу. Вот так. Так, сейчас посмотрим. Тяжело очень. Угу. Так. Так, замораживатель. Сейчас у нас появится замораживатель. Мы сейчас заморозим. Давай, давай, давай. Быстрее замораживать. Вот. Так, есть. Наконец-то. Тактика у нас сейчас получше. Ух, прошли. Круто. 2000 нам король дал. Спасибо. Так, 11 уровень. Ничего себе. Так, ох, нифига, появились какие монстры, а. Так, у нас еще вот этого добавили. Ну, давай его сюда поставим. Эх, будет тяжело. Если вот эти вот еще чуваки будут стрелять, это будет вообще очень сложно. Так, давайте сделаем улучшение. А кому же сделаем улучшение, интересно? Сейчас я подумаю. Давай лучников. Так, и еще 1000 осталось, да? Ну, больше тут никого нету за 1000. Везде по 2500. Ох, да, жаркая будет битва, а? Сейчас посмотрим. Так, заморозка. Блин, они стреляют. Это очень плохо, очень плохо. Стреляющие, это что-то с чем-то. Да, надо нам хотя бы один этот самый сундучок-то открыть. Если мы не сможем открыть, это будет печаль. О, это большая печаль. Так, ладно. Нужно немножко что-то поменять. Так, давай, знаешь, вот эти вот стрелки. Стрелки мне нравятся. Там мы их будем сейчас выкашивать вот таким способом. Вот здесь поставим, да? Так вот. И вот этого можно сюда поставить, стрелка. Нет, этот будет у нас... Ну, так вот, я думаю. Ну, сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Так, сразу замораживаем вот этого. Есть, заморозили. Так. Нам хотя бы добраться до сундучка. Нет, смотри, мы не можем добраться. Офигеть, аж как же тогда вас поменять тогда? Так, смотри, думай, 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 думай. Как лучше это сделать? Ну, давай этих поменяем. Вот так. Давай вот этих лечащих поставим сюда посередку, посерединке. Так, сейчас проверим. Так, сразу замораживаем вот этого канители тут. Так, давайте, ребятушки. Ну-н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 у. Нам хотя бы один сундук открыть. Хотя бы один сундук. Так, заморозили. Вот, так вот получилось. Хорошо. Ну, мы хотя бы что-то мы... Хотя бы мы открыли сундучок. Так, прокачаем сейчас кого-нибудь. Так, а прокачать мы можем только этого. Ну, давай, стрелка. Ну, что ж, в путь. Так, сразу замораживаем вот этого. Так. Ну и все, я потихонечку, как у нас... Хотя бы один сундук открывать.
И то нам нужны деньги на прохождение. Так, и сейчас мы этого сейчас заморозим быстро. Оп, все, заморозили, отлично. Вот, сундучок один. Ну, пока только один сундук открываем, и все. Больше мы что-то не можем. Хорошо. Так, а если мы его сюда поставим, а этого сюда? Так, проверим. Сейчас еще попробуем так. Так, сразу замораживаем. Так. Сейчас посмотрим. Нет, 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 смотри, мы даже пройти не можем. Хуже стало. Хуже стало намного. Тогда меняем их назад. Как было у нас? Вот так. Ага, попробуем так сейчас. Ну, как и было раньше, да? Так, ну смотри, вот эти стрелки, они стреляют в этих. Вот, они должны их пробить. Так, все, пробили. Следующий идет. Так, а почему? Во. Ну все, ну это очень медленно мы будем проходить так. Надо подумать, как что поменять. Что здесь поменять? Как бы я не знаю. Ну давай вот этого поставим сюда. А этого сюда. Так, посмотрим сейчас. Так. Получится хоть немножечко дальше пройти или нет? Так, так, так. Да нет, еще хуже стало. Еще хуже стало. Видишь, сундуки стали, видишь, какие мощные. Нет. Так, надо подумать. Так, а что я менял? А, вот так сделаем. Назад сейчас вернем. Угу. Так, этих дядек сюда поставим. Так, лучники. Давай так, этого лучника вниз поставим. Так. Сейчас посмотрим, как сейчас. Мне кажется, ничего не изменилось. Либо у нас какие-то эти воины слабые, слушай. Давай. Ну, еще хуже стало. Да, ё-моё. Так, а что я там изменил? Лучника сюда поставил. Ну, пускай так тогда будет. А если этого лучника сюда еще поставить? Так давай этих двух лучников сюда поставим. Поехали. Так, сразу этого мы замораживаем. Так, смотрим. А, видишь, вот этот стрелок, он у нас не работает. Так, понятно. Надо что-то подумать. Они у нас прохлаждаются, получается. Нет, еще хуже стало, смотри. Так, стрелков сюда, назад. Вот этих стреляющих. Поменяем так местами. Так, проверим, как сейчас будет. Так, сейчас посмотрим. Давай. Нет, смотри, ничего особого такого. Ну, может быть, не знаю, сейчас пройдем, посмотрим. Так, включайся ты, чего не включаешься? Не, смотри, еще хуже стало. Я даже не могу открыть. Так, меняем, значит. Так, ты, чувак, ты вот здесь стоял, да? Мы тебя сюда ставим. А от тебя и сюда. А хотя ты, в принципе, сдалека можешь работать. Ух, ну давай, пройдем сейчас, еще раз попробуем. Так, сразу замораживаем вот этого дядьку. И пробуем их убивать. Так, у меня этот вылетел, смотри, стрелок. Ё-моё. Так. Либо этих подальше поставить. Не, смотри, вообще не могу. Не знаю, а что я такое поменял, что у меня было раньше. Так. Думаем. Так, вот так вот сделаем. Вот так сделаем. Ну, давай сейчас посмотрим. Так, сразу этого замораживаем. Так. Не, смотри, тяжко что-то. Тяжко идет.
А, ну вот, как бы, я не знаю, успеет он его сломать, а не сломал. Да, ну хоть что-то, давай еще раз. Так, сразу давай вот это верхнего заморозим. Так, есть. Отлично. Так. Плохо, что монахи, они никак не реагируют, не дерутся. Так, замораживаем вот этого чувака. Давай, давай, гаси его. Ого, гасите, 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 ребятушки, гасите. Есть, есть, есть. Может, мы его сейчас загасим? А, нет. Есть, загасили, загасили. Ну, что нам дед-то этот подарил? 2300? Ах, старичок. 2300. Так, 12 уровень. У нас, смотри, идет. Вау, какой-то интересный чувак. Он стреляет огнем. Это хорошо. Так, мы его поставим сюда. Вот так вот. А стрелка этого сюда поставим. Так. И кого-нибудь сейчас улучшим. Давай, давай улучшим этого с огнем, который. Так, еще вот ему еще вот так вот 2000. Так, и у нас 2700 остается. Так, ага. Ну давай вот этих тогда улучшим. 5 уровня, не знаю, как получится. Ну что ж, я хорошо прям. А, вон как красным. Он один раз стреляет только, да? Ну вот хорошо, хоть нормально, я хоть, наверное, буду этот самый, как его, фигачить, хотя бы, может быть. Так, а дали что-то или нет денег? Я лучше по этому буду стрелять. По денежке. Угу. По деньгам бы добить. А куда деваться-то? Эх, все равно не прошлось. Ну ладно, наверное, на сегодня все. Значит, ссылка на плейлист будет с прохождением под этим видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если вам понравилось прохождение до игры. Пишите комментарии, какие игры вы хотели бы видеть на канале Dudaplay. И всем отличного настроения. Пока-пока.